Я сейчас жду, блядь, минуту, и я ему ГП въебываю. Потому что заебал уже это нахуй. Вам перерывы, блядь, ставить нельзя нахуй. Я понимаю, что у вас сейчас ночь, но видишь, какие у вас, блядь, хорошие сагильдейцы, нахуй. Извините, блядь, некому. Надо больше людей добирать в гильдию, ебать, раз такая проблема у нас с людьми. У вас! Хлоу, блядь! Блядь, 24 тела ждем одного, я ебал. КП, нахуй, у вас где-то, блядь. Лови, блядь. Идем дальше. Дождись обратно, да? Сейчас. Сдуплился. Прибафайте его. Сейчас я с ГБ сниму, Даш. Кому-то саппорт еще обмен дать, как кончились. Точно, кончились, да. Будет. Кого нет еще? Блин, пей ДД фласку, блядь. Валера, есть саппорт? Нет? На. Суф. Тоже саппорт тебе дать. Хоть он тебя от ледяного шара не спасет. На. Ты МСС дал по идее спасет. СС все равно смерть это потеря ХПС. Это понятно, то что мы его сразу не ребахнем по фулу. Да, пока он все бахнет. Не будет рыбы. ТП. Все, давайте, блядь. Давайте. Поехали, я нажал. Все здесь должны быть. 3, 2, 1, пламя. Это будет красивая победа. Удержи. Сосредоточьтесь, я понимаю, что уже все поздно, все уже заебались нахуй. Но пить его надо. Пламя 5 секунд. 4, 3, 2, 1, пламя. Поднял шага. Это сапёра, конечно, я хуею. Пламя 5 секунд. Гудави посилить. Сейчас шоковый еще будет. Еще и пламя будет сейчас. Шоковый. Сейчас потушит. Домашний. 5 секунд потушит. Приводить. Все, забились в уголок. Паладиныч, твоя аура. Твоя аура. 5. 4. 3. Нажал уже. Блин, ну куда вы выбежали? Он уже даже считают, блин. Нормально. Там есть еще нолик, парни, если что, просто. Нормально. Главное, что бежать начали, иначе сдохнуть не хотят. Мотоцикл боец. Подбежали, чего ржать-то? Давайте. 4, 3, 2, 1, выбежим. Ой-ой-ой. Есть там нолик, парни, еще оказывается. Не стойте звездочки сейчас никто. Домашний, дайте Гера. Сбегаемся. Мать дэмэдж, нахуй. Просто весь рейд, нахуй. Нажимаем, а, нажимаем, а. Пускай лисик полежит уже, блин.
Хуёво. Амбиции падать, значит. Ламир, вообще от ракеты умер. Падать, мы клали. Беги, малыш! Просто зря бы раздали. Иди. На этой фазе... На этой фазе вообще лучше БР не давать, если не переживаем, значит, мы хуй знает, что-то я не знаю, что мне тут делать. Короче, давайте не скидывать огонь вообще. Первый огонь стоит. Я говорю, не скидывают Норф и Фоладжи, вот этой залупой не занимаются. Вы забегаете, вы там, во-первых, замедление коста ловите, если... Дело в том, что тайминг огня, который идет, вот эти три лужи, рандомное место, да, с игроками рядом, оно не синхронизировано никак абсолютно с туловищем. Это понятно. Я не знаю, я выбегаю, я не лутаю. Просто чтобы понимать, чтобы синхронизировать эти тайминги обстрелов и вот этой всей хуйни под тайминг огня, блять, и вот этой лужи, которая тушит, это нужно четко знать тайминг, нахуй. Когда у этого именно тушит. Короче, просто стоим, первый огонь около стеночек, потом ближе подходим. В мили там стоят только милики, то есть. Они потому что именно скорость коста, им похуй. Это РДД, они стоят на первом огне. То есть вот два скинули огня, да, потом стоите вокруг. На первом огне вы просто назад его немножко скидываете. Скиллованные челики могут его поводить, кто типа уверен, все не сдохнут, там маги, допустим, кто глыбу может отдать. А остальные ближе к боссу, потом обстрел. Если мы сейчас огонь не будем скидывать, нас просто засрет огнем все нахуй. Ну да. Если вы не скидываете огонь, задача, чтобы весь огонь уходил в мелизон. Типа был там под боссом. Не распространялся. То есть вы чуть ближе подходите, проклят огонь, и вы отпрыгиваете на такой рендж, чтобы милики были ближе, чем вы. Но тут опять же краеугольный камень. Если они так сделают, да, они так сделают, отпрыгнут огня, допустим, на большой рендж, то когда начнется обстрел, нужно среагировать, нужно пробежать против часовой стрелки. Первый раз, когда мы потратили, все выносили, все было нормально. Сейчас я не знаю, в чем проблема. Ну, видимо, просто повезло. Почему-то он хуярит обстрел просто по всему рейду. Я не понимаю, как так, почему вот мы так стоим, но просто хуярит весь рейд обстрелом просто. Вот этим залпом нахуй. Давайте рычащим даю на баф и на пол. Давайте, сейчас просто не скидываем огонь, то же самое делаем. Вы вот скиньте просто за рейд. Да, просто к стенкам попытайтесь подбежать, когда вам скажут огонь. К стенкам его скинуть, самое заебись. Потом ближе. Я приход проебал. Что-то раньше кто-то забыл. Ты заговорился, приход проебал. Огонь 5 секунд. Шок. 2 секунды огонь от нахуй. Ну вот это хидер, хуясь. Огонь 5 секунд. Огонь. Сейчас шоковый будет. Шоковый пошли. Дамажа. А через 5 секунд потушим. Тушим. Входим. Дамага больше, кажется, стало. Паладин. Сейчас чего, блин? 5 секунд огонь. 4, 3, 2. Побежали. 1, отбежали. Когда заранее бежите, видите, как мало дамага получается. Вы куда-нибудь под стенку поставлю этот портал. А нет. Подбегаем. 5, 4, 3, 2, 1. Выбежали. Выбежали. Сейчас к стенкам РДД ближе встаньте, а хилы ближе к боссу встаньте, чтобы всех прохилить. Веру. От мины отошли от этой. Прекрасно. Все дамажим. 5 секунд огонь ближе к стенкам. Подбежать. Мастер дайте, мастер дайте. Огонь.
снаряда не достаю. Ну да, молодцы. Ближе не достаю вообще никому. Ближе к боссу встаньте. Так они скинули, ближе подбегаете. Вот где Квин? Просто где? Я просто бегаю, ищу его прохилить. Стрел. Огонь, смотрите, 5 секунд. Сразу сокру даешь после обстрела и бейте нормально. Огонь. Под баблом хиль просто попаду. Давай, съел. Сюда камень съел. Сулку свою надо. Дамажит, переводите. Идите все сюда, идите все к звездочке, тут огонь разобьем. Звездочки все идите. Звездочки, 3D метки, которые. Во, теперь более-менее. 5, 4, побежали, 2, 1, побежали. Стой. Даже дальше шамана. На 7 метров, куда это? А, есть. Голову сразу забирай. Хэмон, Берни шамана рассели. Люди пусть валяются. Сразу эйфорийно сняли голову быстрее. Эйфорийно снимите голову. 5 секунд огонь, подбежите, сгруппируйтесь. Бумбот сейчас еще будет. К прошлому огню. Отбежали. Бумбот. Стоим, дамажим около кнопки. Милики, как сделать, как это уберете большого, скиньте. Бумбот. Огонь 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Перебежали. По этим играете пук, с Аньком-то играете по сигналам. Бумбот сейчас будет. Посадите голову, пожалуйста. Бумбот. Отходите от огня, пожалуйста, максимально, чтобы вас не задували эти долбоебики. Подойдите к стенке. Блять, пушат. 5 секунд огонь. 3, 2, 1. Перебежали. Бумбот. Давайте за огонь перебежим. Значит, за огонь здесь. Сейчас я перебежим, и я сдам гимза. Потому что там. Сигнально, Виктор. Да, там сигнально. Бежали, бежали, хильте. Стою гимз, кстати, там. Все, заебись. 5 огонь, 5 секунд, 3 секунды, 2 секунды, 1. Перебежали. Осторожно, тут бумбот. Ой, сигнальный. Где башка? Летит. Дамажим башку. Бумбот сейчас будет. Отойдите отсюда, уйдите. Бумбот. Отходите от башки, блядь. Сейчас пламя будет. 5 секунд, 3 секунды. 2, 1. Огонь, перебежали. Переводите. Отнимите, оставьте пару сигнальных. Все, сигнальных не трогайте, я убью. Бумбота. Бейте трэш. Все, трэш бейте. Ты ведешь рейд за звездой идет, а я иду за тобой. Не-не-не-не-не, четвертая пати к центру, а остальные дудечки где. Короче, мне похуй, главное захильтесь. Бежали от огня, сейчас, блядь, задует нахуй вас. Локи в центр играем. Голову держишь на себе. Давайте. Активировался, полетели. Рассоситесь нормально. Чтоб не по всем ебашило. Уйдите с центра. Боту кинул, отошли назад. Пламя. Кинул, отошли. Да, одна секунда. Прибежали. Веди кнопки. Сокру дай. Хороший. Идите все от огня, я вас умоляю. Вы можете перейти на противоположную сторону, пожалуйста. Беги, малыш. Прощение. Беги. Что пизда будет? 5 секунд пламя. 2 секунды пламя. Отбежали. Одна. Отбежали. Космополит Вэри, Куэмон. Есть еще Бэр у кого? Увидите босса, увидите босса, сейчас задует нахуй всех. Давай дальше себе вернем. Убегайте отсюда, он мины кинет, блядь. Шоково отошли.
Пламя 3 секунды, 2. Одно. Отошли. Переведи босса. Пришли. От бомбы отошли. Есть такой массай, зайти сейчас? Удамир, есть сакра. Низ нужно дохуя. Низ, помогите Локи. Я побью центр. Лазерный. Пизда-то лазерный, домашний. 3 секунды пламя. Добивайте. Одновременно. Одна, отдышали. Сейчас сюда прибегут эти. Блять, две части по 200 тысяч. Добейте. Голову, 100 тысяч, все в голову. Хорошо. Здесь на тоненького, нахуй. Она это будет... великая победа Альянса, нахуй. На коляске. Товарищи, посмотрите, от чего угол умер. Чё-то у меня пустое. Как обычно. Вот, смотрите. Кто? Там я просто убило и все. Лазерный настрел. Информация недоступна. Типа, а коляска просто нахуй. Лазерный обстрел ты убил. Я стоял в жопе. Плащик, очевидно, уходит у нас Егорыч. Где-то Егор? Нажми. 200 тысяч нахерал. Хорош. Егорыч, где ты нахуй? Похвалю тебя. 600 нахер. Так, вот это плечи. Кому нужно? Чем? Мы пойдем доносить? Все смогут. Типа два босса осталось, это буквально минут 40 ебать. Это... Потерпите до 5, ебать. Вообще РТ по стандарту 4 часа. Давайте лучше, а потом, потому что придем меньше времени на Алголона будет. Ну почему меньше? Там Алголон 2 часа, а потом. Давайте, ну давайте пойдем, блядь, добьем, че вы. Да не кидай ты мне всякое говно, у меня так сумка полная, блядь. Подожди, что я тебе закинул? Хуйню какую-то закинул. Плечи это стрём. Я тебе плечи закинул. А я тебе. Отдай лоби Дамиру их. Хуйня, реально. Пойдем. Идем на уколо. Куда? На этого, блядь. На. На Везекс. На Везекс, да. Там хуйня осталась, йог простой, блядь, как два пальца, блядь. Ну, это три или четыре босса, либо хотя бы двух. И все, можно. Да, блядь. Сколько мы на нем полтора часа просидели, блядь? Да, много. На коляске. Не, ну трай был хороший, я не скажу на коляске. Но многие. А чем ну... эти ХПС там помогали? Совы, Лем помогал? Ну, только Теодори помогал. Да только Егор помогает, больше никто. Типа, забейте. Ну, понятно, нахуй, ходит. Ну, Паладиныч там пару уж скинул. Ну, там... не, Паладиныч, если смотреть по... Сколько Егорыч нахилил, сколько ты, ну, такое все. Рейстер подхиливал там? Цепухи есть? Кто? Не, Рейстер, нет, забей его. Рейстер. 55 тысяч. Ну, хоть что-то, блядь. Паура, одну-две там. Хоть кидали, чё. Они мало хилят. Ты, блядь, Локи больше нахилились. Ну, точнее, я. У меня, блядь, вытягивание больше, чем он. Просто хилил. Убили, потому что Суф не умер, нахуй, блядь, каждый трай подряд. Ну, потому что все выжили, кто должен был, и всё. Ой. Отсюда всё. Пошла, блядь, башка вот этот вас побит, нахуй. Чё вы-то вы привязываете, не можете запиздить, что ли? Это пожарник, нахуй. Дайте ему же пизды, блядь, чё вы другого бьёте? Приверженец хилит. Моба, надеюсь, оббежите? Или будете бить? Бежим. Типа по левой стороне бегает моба. Не дай бог, кто-то стагрит, нахуй. И вас нахуй топлю в ГПшке. Шучу, блядь, я вас всех люблю. Не, хороший трай был, прям дожили. На третьей фазе три тела мертвые были, там повесились, ману повесили. И на четвертый хорошо побегали. Не, ну кстати, у нас такой же киловый был трай. Ладно, не на коляске. Бля, я этих нахуй, блядь, попетчиков скоро нахуй с балкона вообще не постреляю. А у меня совсем, блядь, музыку слушает, я думаю, вы не слышите я.
На какую пачку? На левую, на правую идем? Направо. Прикольно, на коляске. Это типа еле-еле, что ли? Да. Да, типа инвалиды, блядь. Типа, да, хуярина. На пердячем пару? На подливе, блядь. Знаешь, что такое на подливе, блядь? А, это с этого упало? С квеста? Да, да, с квеста. А, кстати, я... Бля, а, кстати, а, не забрал, фу, я думаю, с Мимирона не забрал. Да, я забыл, с Мимирона не забрал, это было вообще пиздец. Не забрал. Я что-то, я забыл, стал его или нет? Звезды еще. У меня, кстати, с крича тебе тот же самый рецепт выполнил. Кружок Абу-Даби. Да, проверим. Ромбик Квин. Ну, на Элема не буду ставить, это квазивер твой Элем будет, все Элемы твои. Ну и Стража, Пуг Дракона давай, Стража, будешь корневать. Звездочка Аверн, Кружок Абу-Даби, Ромбик Квин, спрыгиваем. На счет три выбираем цель, на счет три кастуем. Раз, два, три. Хау полетел, блядь, победить. Ебать. Ну разбанивай Элема тогда. Это все законтролили, что ли? Да. Пиздим Элема. Бля, интересно, рецензию... А, нельзя распылить, это можно интересно рецензию распылить? Звезду пиздим. Типа, обузить лицензию? А чё, я обузить? Распылять? Да, типа, 1500. Распылить. Кружок пиздим. Ебать, там бустав, пиздатый парень. Потом. Короче, я так понимаю, больше предложений по названию не будет. Так что вот 6, которые есть... А ты их в Кинте написал? Нет, я не буду такой писать. Не надо это вихрики там. Ромбик пиздец. Кого Кинте надо? Ссылка на ваш опрос. Окей, ссылка на мой опрос. Да, мне Крестный Отец вообще пиздец нравится. Наверное, потому что я фанат, блядь. Опрос работает. Я бы захотел Китя. Я кидаю опрос в Everyone. Или детский чат. И кидаю опрос сейчас информация. А ты добавь еще типа категорию другое. Там будет Hello Kitty, типа. Нет. Лучше тогда уж My Little Pony. Так, ссылку скинул на опрос. Еще добавлю еще. Как Raytime полетели. Опросник. Бля, чё она тут доебалась от меня, чё-то хочет? Так, чё это такое, нахуй? Тут ещё куда-то нажимать? Окей, accept all. А сколько можно выбрать? А, ну я выбирал, типа, не знаю, я не помню, ставил, типа, чтобы можно... Нет, только один вариант. Так, ну три участника проголосовали. Не, я за два уже проголосовал, ничего не знаю. Пока новая жизнь и... Не для... тыкайте все, тыкайте все, что... Тыкайте только то, что вам нравится. Ну, блядь. А есть вариант, я уёбок. Блядь, надо было сделать, кстати. Не, мне, надо было взять вариант, мне похуй вообще. Типа такого. Даже дверь открыта, да? Так, парни, этот... Ну, назовите это, даже да. Дверь открытой, все, блядь. О, новая жизнь уже три голоса. Новая жизнь? Реально, ебать? Вам нравится это говно? Парни, голосуй за Крестного Отца и все, нахуй. Че, бьем так, да? Крестный Отец вырывается, нахуй. Алло. Это пачка... Даже голосовать за такие носовые. Следующую пачку не бьем, прием, время-то идет, ребята. А? Даже голосовать за такие названия не буду. А ты свое предложил? Вот это мое название, как бы фантайм. А, пиздец. Ну, а нет, почему-то не голосуешь за эти названия. Угу. Так, давайте это. Тотемы поставили, в тотемах будем стоять, влево-право отбегая, назад хуйню эту ебаную метку безликвую, и просто им дамажим босс. Все 100 раз убивали, это я вам не пожарный. Давайте. Поставьте тотемы, будем в тотемы. Вот и Фарина, вот. Меточка, можешь уже пугить.
Он добавляет, даже меточку поставил. Ты им здесь. Вот, меточку поставил. Идите сюда. Потому что вы его ради такие единомышленники. Прибежали. Направо. Блядь, хуёвая. Красавцы. Встали в метку все, нахуй. Новая тактика получается? Встали все в метку, блядь. Куда вы, нахуй, лужу стали? Стоим, не дамажим. Бежали. Полетели, блядь. Полетел ДПС. Скоро будет этот... метка безликого. Следующий вот. Метка. Блядь. Быстро. Бежали. Квин. Глыба, если... Верн, блядь. Хватит рвать. Если что, глыба и скидывается метка. Так, на заметку для магов. Пошли. Прибежали. А, типа вообще исчезает? Исчезает, да. А ты можешь его немного подальше отвести от того прям? Встаньте на край лучше, ребят. Бежали. Не уешьте, милики. Встаньте в метку, его не стыд, нахуй. Сейчас будет метка. Слишком быстро летит. Сейчас метка будет, малак. Ага. Бежали. Пошли. Малак. Еще ебать, портал не поставил, что ли? Вагон? Поставил, прям в упор там поставил. Хорош. Не знаю, вы синюю метку вообще видите, нет, блин? Чего вы стали там в стороне опять? Ребята, из-за того, что вы стоите, далеко некоторые не успевают за вас добегать. Становитесь в эту сраную синюю метку. Она не такая уж незаметная. Малолетние дети ее, блядь, могут увидеть, вы не можете. Валера, не гори, блядь. Да меня убивают, блин, то, что я должен подрываться на этой хрени из-за того, что они стоят не в метке. Прибежали. Прибежали. Ой, хороший, блядь, на тебя кинул, боженька. Идеально встал, а? Скоро будет метка безликого. Метка безликого, сейчас 5 секунд. Перебежали. Сейчас метка будет. Где, какой портал хорош. Свою агру видим там? Терьяки, верно? Терьяки, я думаю, я уже срываю. Прибежали. Дайте что, солевухи. Зажми раскол. Гордый, что ли, ебать, на локе, что ли, играет. Прибежали. Дед, там можно комментарии писать на сайте, если что. И крик... Что-то не хватает какого-то бафа, блин. На хп не хватает. А, класска кончилась, я понял. Метка сейчас будет. Перебежали, метка по дракону. Что там, скоро сохранит его враг и заебался? Собирается. Заебись. Перебежать. 5 секунд одной. Дайте на пул сранитого врага, когда что-то придет. Дайте такому набрать игру. Не вливайтесь. Так, просто обдотали, перебежали. Подбеги ближе. Гер. Стоим. Отвечаю. На тапках. Бежали. Это нихуя бить его не могу. Могу. Перешли. Бай, блядь, с Беллом лагается, нахуй. Перебежали. Сейчас метка будет. Молодцы. С солком. Прибежали. Короче, пошел в мили, ебать. Там стоим. Прибежали.
сейчас метка будет. 30. Прибежали по дракону. Прибежали. Арине тогда может. Сука. Да он тебе этот меч не нужен, забей. Не расстраивай. Нужен, нужен бисовый меч. Да хуйня не бисовая. Слышите, ты сейчас с армса сделаешь, какой бисовый, это не помню. А рецепты давай. Есть у кого-то 45-е? Прием. Прием? 45-й рец ИКа есть у кого-то? Ой, кстати, если, короче, там кому-то нужно, я уступлю. Ну, Абу-Даби, он все равно выше тебя. А, ну забирай. Так, вечер, роль. Сейчас, этот самый, да, поставь Бруклуд, когда разролишь, чтобы собрались они. Какой разролить? У кого есть, тот и этот. Да, давай у вас один. Так, вот этот плечи, видимо, отдал Адамиру. Тут тоже, кстати, экспресс есть, прием для, прием для вас есть. Они, короче, на Мифолос же тоже ставят 4 метки, типа, квадратом. Типа, по углам. Тапки никому не нужны. И заходят, типа, он называет 3 ника, допустим, дальний левый, 3 ника дальний правый, 2 ника ближний левый. Сейчас я поставлю вот эту 3 ника. Ну понял, типа, что вот эти 8 порталов картинку не смотреть, проще намного. Просто люди знают с точку, откуда они забирают, а там уже кто чей спиздит портал, не так критично, потому что если твой спиздит, твой же рядом будет портал. Ну и расставь, я не знаю. Я не понял. Сейчас дотянусь. Блять, ну хули. Не-не-не, Кви, это, Даш, иди сюда, ты еще это можешь скопать. Подбегай осторожно по стеночке. Давайте, ребята, активнее голосуйте. За крестного отца, конечно. Беги, давай. Ты боишься, не агрится. Кто там пока что раскинь, кто в комнату идет? Кто пук дракона нечаянно обязательно, потом Егорыч, Космополит Рога-Тога, Ауга, Уазика нету. Ты в пати их закинь, в две пати сделай. Блять, две пати, что вам кидать эти? Так, пук дракона, Ауга. Че ты Егору говоришь? Да ебать тупо. Хао, да, идет в портальчик, его это дыхает. Так. У вас пусть лежит. А, кик, ну ладно, а Вазику потом сам дашь. Алдамир мешает. Так, и кто еще у нас в портал пойдет? Ну кто дамага много по мозгу нанесет? Какой-то кто много дамажит? Ну ты дамажишь, заебись. Ладно, пойду тоже в портал. Почему порвало нечаянно? Типа мы даем по без ГБ только те, которые покупаются за ОД. Типа, а все остальные токены, которые выбил, которые не купить, мы идем как обычно. А что у нас 24? Давай. Не пойму. А, да, 24. У нас 24. Ну и смотрите, в звездочке со стороны звезды забегает. Можно пару секунд, пожалуйста? Кто еще рукавицу вот эти ролил? Вот эти вот. Или они никому нахуй не нужны? Залупы, ебаны. Никто их, кажется, не ролит. Сейчас же Т4 будет скоро. Т9 еще взяли. Но, типа, нечаянно они, говорят, не нужны они, чтобы сняли ГП ему. Так а да? Нахуй ГП? Я же говорил, нахуй это ГП за все это говно. Сейчас Т9 есть за ОД. Я просто не помню, кто их там, типа, еще нажимал. Я дал тему первому приоритету. Короче, ладно, я тебе снял, все, успокойся. Поехали. Там... Трунит в разгоне. А, ну чё? Вон, Люцик, забираешь за ГП? Если забираешь, типа, отдай ему. Отдай Люцику, иди. И я ему на ГП начну. У него, тем более, 213-й, блядь. Мне дали одну.
Тут вот. Хилов, кстати, много не надо, вы в курсе там. Кто из хилов ДД будет? О, можно я еще поспекнусь? Ну тогда. Вот, тогда вместо меня кто-то будет ходить. Рейсина можно в ДД. Кого? Суф? Рейсина и ЕБ в ДД. Или кто? Суф, конечно, нормально будет в портале. Суф шарит же. Вот, все, первая, вторая пати в портале, все остальные здесь. Суф. А Хау будет ШП? Да. Ну вот. Все, это точно уже окончательно, да? Да, все окончательно, может, блядь, называть все, блядь, по 300 раз ники. Рейслинг в ДД, да? Ну, получается, хилит Владимир, 2 Эрдру и Эфарина. Да, 2 Эрдру и Эфарина Владимир. Ну и все, звезда, видите все метки? Звезда заходит, Телдрин, Космополит, Рогатога, ближний ромбик слева стоит, заходит Суф с Хао, кружок дальний правый, заходят Паладиныч, Ауга, Нечайно, и треугольник заходит Абу-Даби и Пук Дракона. Ну и соответственно, с левой две метки, звездочка и ромбик идут налево в комнатах, кружок и треугольник, соответственно, на всех комнатах идут направо. Все, запомнили свои метки, зайдете в порталы без проблем. Без всяких картинок, блядь. Так наверху это же вечность, по идее. А если типа через дабл ее. Новая жизнь. Понимаете, все готовы, я пошел. Там Пол знает, как квест делать? Владимир не знает. Оглушающий рёв кидаешь вот этот квест там. На панельку там вытащи, приготовь всю эту хуйню себе, чтоб ты в сумку не лез. Ой, Слава, где я захожу, я проебал? В ромбике. Паладиныч, забери третью ауру. Ты когда кинешь, тебе не надо сдохнуть, так что ты не спеши кидать где-то, типа, под конец босса лучше. Не знаю, что делать дальше. Ты третью ауру забрал, да? Да, я взял. Сколько? Нет, а, ну... У нас двое на третьей ауре. Я понял. Это кто, Владимир? Это Владимир сейчас говорит? Нет, это Юрчелло. Это Юрчелло. Еще раз, Слав, в какой меня метки захожу? Блять, ты скрылюротик, блять, ромбик, блять. Ромбик, все, блять. Сорян. Да я понял название для кинчи. Я там не был ни разу, я даже не знаю, какой портал мне пиздавать. Кто это говорит? Юрчелло, один. Блять. Ты идешь в этот треугольник. Бля, я захожу. Сейчас ориентируюсь, где там, блядь. Ты идешь. Блядь. Ты идешь в треугольник. Хотя не, подожди, ты идешь в кружок. Уяснил? Типа будет три портала. Любой зайдешь. Понял? Вылезет босс круглый такой. Появятся порталы, 10 штук. В кружке заходят 3 человека. Ты в их числе, понял? В комнатах бежишь направо. В воздухе черепки. От них отворачиваешь. Спиной к ним встаешь. Выводите, сейчас босс появится. Идите к миду. Ну, к дверям. Миду. Как раз кликайте, освобождайте напарника. Идем большой бить. Владимирович, ты раздуплился, понял все? Кружок видишь? Да, вижу, печенька. Все, не прослакай. Бля, я уже туда пиздую, лох. Скажут, нет, когда портал отдал писец еще долго. Нет, а я шарю. А и так большой бить не могу. Так маленькая вот стоит. Милики только маленькие. Освободите. Иди спэль. Бля, хоть один лог поставьте, ебучий портал, и нажмите нахуй его в щупальце. Блядь, да. Это печенька ебаная, нахуй. Отходим от метки. Там черепок зеленый. Ран. Сейчас порталы будут. Порталы будут. Блядь, бежу. Портал. Ох, блядь. Черепа бежать.
Блять, я сдох. Я не говорю, я не был ни разу. А как ты сдох? Я не знаю, вот сейчас скину. Узнай нахуй, как ты сдох. Сейчас. Освободите человека. Сауга сдох. Как у вас Сауга сдох? Че, тоже первый раз, что ли, нахуй? А мы там без хилов, что ли, портали еще? Ну, Асуг должен забегать. Если 0 хила не бьете, значит. И что у нас? Спала вниз декурсит. Он не похилился. Вы его резнули? И там еще друиды есть у вас в комнате. А Угу тоже можно резнуть. До выхода сколько? 5 секунд до выхода. А нахуй вы его не резнули? Сейчас его под мордой будет валяться. Стоим. Ауген труп здесь. Постели. Побежали по часовым. Кто резать Аугу будет, скажите, озвучите. Аугу будет резать у нас пункт дракона. Ну, беги сюда, космополит. Какой портал еще сбежал? Пойдем. Где ты заходишь? Где ты заходишь? Пойдем, я за тобой бегу. Сзади мелко, я не понимаю, почему вы его не бьете. Ты здесь заходишь? Вы Аугу почему не резнули, блядь? Блядь, резнули. Рез. Большой, блядь, отойдите. Да ебали тебе уже портал. Теряки вылет. Что за пиздец, блядь, происходит? Освободите. Освободите. Сначала освободите, потом большой играйте. Отошли от лучей. Играем большой. В этом есть дисплей, блядь, свой день, нахуй. Портал не занятый. Мозг 9 человек бьет, я так понял. Я бегу, блядь. Чей портал не занятый, мне скажите, вот тут вот. Не знаю. Нахуй он не занят. А у нас 24, вы знаете? И что? Да, 23, если что. А, ну да. Давайте часово побежали, встречать будем. Ой, блядь. Да Уга, ёбаный рот, нахуй. Чё за хуйня? Да ебать, ну что с тобой? Убейте Аугу, блядь. Пиздец ты гонишь, блядь. Это же я... Ой, теперь меня нельзя хапнули, резать. Меня хапнули. Освободите. Сейчас порталы будут выгадить уже. Отошли отключи. Вместо Ауги ДДшник какой-то должен портал зайти. Я зайду. Где он заходил? Не... Короче, зашел какой-то. С нечаянно стрельца. Убейте удушающую, нахуй танк удушающим висит, блядь. Это третья комната. Получается так, но вообще в комнате прям вообще слабо. Конечно слабо, блядь, люди не знают там что делать. Большой приоритет. И миликам, и РДД. Да, они заморожены в изгнании. Выходите. Просто на большом, если что, я просто держу в курсе, не было 13%. Кто-нибудь из локов кидайте, что у вас? Порталы сейчас будут. После лучшей. Идите, разлагаю. Сейчас порталы будут ходить уже на свою место. Ну что там, блядь? Зато комнату заходит. Справа идите дальше, я это убью. Слушай, это там проблема, пиздец. Я ебёшь просто, блядь. Не знаю, но, блядь, по-моему, когда, блядь, все было как пора, как по-старому, зачем вы придумываете, блядь, какие-то новые, блядь, я не знаю, эти.
Бейте, босс. Так, при чем тут новые нахуй? Давите на суф, нам перевести надо. Сколько у вас есть щупальца? Да, больше. Нет, мы не переведем, где щупальца, ебать? Посмотри, а. Мы переведем. Бейте до того, не выходите. Сколько? Все щупальца добивайте. Щупальца, помогайте. Бежим к ним, нахуй. Бежим, да, да, бежим к ним. Вообще похуй на вот эти разлагающие, большой главное, отвернитесь. Что вам суф? Он в хиле стоит. Что вам суф? Помогите с мобами. Оглушающе. Не нажал паладинич. Мат. Да как будто перестали играть, я хуй знает. Вы нихуя не делаете. Добейте большую. Помогите по мобам. Мобо заберите. Помогите по мобам. Не зыбко. Помогите по мобам. Нажал? Не нажал, но паладиныч. Забейте мобов уже. Там маяк висит. Понятно. Забейте. Вайпайте. Все, понять. Я не знаю, нахуй, если паладиныч с угой не одупляют, то ставьте локов туда, блять. Которые отвернутся от этой хуйни. А суп, как тебя законтролило? Он, типа, тебя бьют черепки. Но я не законтролил, у меня еще 20 здравомыслия есть. А что должен сейчас был нажимать, я не понял. Кто? Мат должен нажимать, ты что, просто так третьего уровня? Все, я понял, сори. Тебя на 60 взяло, потому что ты не выпрыгнул с комнаты. Я понял. А типа, чтобы, ну, засчитался квест, Миша, надо, чтобы номер, да? Блять, я в бою. Что ты делал? Ты не выпрыгнул из комнаты, когда нужно было? Когда вы били? Нет, я стоял на улице, вы там били большую щуплу, а я бил маленькую с другой стороны. Ты у меня, меня было 60, и меня взяло. Комбат нахуй, да, блядь. Я зайти не могу. Ну когда все сдохнут там, тогда и зайдем. А, все, я понял. Ты в комнате сдох? Нет. Что нет, тебя в МК в комнате взяло, тебя снизу привело. Я даже не был в комнате. Когда орали, чей портал один, я не заходил в него. Это про кого? Кто сейчас говорит? Ауга. Но он вышел с портала и в МК. Да я даже не заходил туда. Когда вы орали, чей один портал, я даже в него не зашел, я бил другую щеку. Ну, а ты вообще до этого заходил? На лоху был. До этого, да. Ты потому что ты в комнате проебал все, а если ты не заходил, то там у рандомного человека отнимает здравомыслие. И у тебя было очень мало, и у тебя отняло даже, и ты поэтому не заходил даже. То есть, смотрите, вам в комнате, если прокает, где драконы, вам надо бежать лицом, смотря в центр комнаты. То есть вы бежите боком и смотрите в центр. Если Штормград, вы смотрите в стену. Если ледяная корона, ты бежишь сразу, типа, ты налево или направо бегаешь? Да, направо. Ты бегаешь налево, ты всегда сначала бежишь и смотришь, типа, в левую стену. Подбегаешь боком, типа, к этим левым щупальцам, убиваешь их и становишься к ним спиной. Типа, ты, ну, за них забегаешь и поворачиваешься к ним лицом и бьешь, и потом переходишь на центр. Я стараюсь просто отключать спиной стоять и все. Как будто, блядь, на освоение, блядь, пришли. Все, все готовы. Вы были в этих комнатах? Что, я еще не готов. Блядь, давайте, ребят, время уже ебаное 5 часов, нахуй. Блядь. Лапку. Сейчас я масло перебану на грудах. Да. Ну, теперь все повыдатно. Че вы? Пойдемте. Ребята активированы, люди еще сидят. У некоторых час, у некоторых два, блин. Что это за баг такой, что вот Телдрин у меня в экране сейчас на птице летает? Это бред, блядь, не понимаю. Баг. Дайте приста баф, пожалуйста, сами дайте. Так я в ШП. Сейчас. Так дай, нажмешь кучку. Че, в порталы нормально заходятся или хуёво прям? Че вы порталы проебали? Первый раз нормально зашли, блядь.
Но, видать, когда его схватило, надо же разбивать удушающее, это же приоритет. Ой, паладин и сдох. А чё? Ну, потому что ты тактику нихуя не знаешь. Где огнец Сары кинулся? Он увеличивает получаемый урон. Тебе нужно было выбить. Когда страж умирает, он ауе шит 15 метров вокруг, 20 тысяч дамага. Блять, я знал, я забыл, я даун. Ну, блядь. БР тебе чё, блядь? Теперь на тебя проебут БР, блядь. На первую фазу проебут БР, ебать стыд, нахуй. Дашь БР, блядь, дашь там. Муж БР его. БР паладина. Что за муж? Су, блядь. Кэмон, БР не паладинчик. Да кто-нибудь БР не типа уже. Да чё вы, никто меня не любит. Начальник, привет, включено. Космополит наконец-то БР. Так. Тут чуть опять не ответ. Фу, блядь, думаю, сдох. Чё, вас нет, давайте, играйте. Это мастер. Чё это не у вас? Да не, он бы заспавнился, долго били. По коду идите. Каз, дошли мидут, сейчас взорвется. Встаньте в одну кучу. Почему вы там здесь? Освободите их, парень. Где большой щит? Пойдемте. А, сзади. Пойдемте с собой. Декурс. Паладин еще отбежал. Квазивер отбежал. Бегитесь. Они через щепло же побежат. Разлагающее выбить. Портал 10 секунд. Диспыльте. Побежали обратно там разлагающее. Ебать. Удушающее выйдет. Сейчас пропал это. Порталы будут. Идите по местам своим. Порталы. Пошли от разлагающих. Мультидотти щупальца. Там, блядь, что-то схватило. Дисполненное. Освободите пука дракона. Быстрее. Человек в портал не зашел. Понятно. Суф. Блять, ты че нахуй? Ну это суфа схватило, значит. А не пук дракона. А, ну его задушило нахуй. Да вы прикалываете, все порталы забрали, заебись. Найс. Просто. Били, бля, каждый раз я назначал, убивали с первого трая, а гол повайпаемся нахуй, когда у челов по 4 часа РТ нахуй, блядь. По 4, по этому, блядь, по часу ночи уже нахуй. Выпрыгнули. Квин, я бери суфа. Суф, чё не сказал в голос? Сказал бы в голос, блядь, тереть висеть тебя, не увидел, блядь, так бы разбили тебя. Поднимайте. Да он, наверное, бегал, искал портал, нахуй, вообще будет сходить. Да он там сзади. Бегал, это провалы сейчас бездны будут. Ходите к порталу. Освободите рогу. Стоим, ждем. Остальные побежали к порталу. Портал. Да сгруппируйтесь, что вы бегаете туда-сюда. Побежали. Большое побежали. Пиздец ты гонишь, нахуй. Как нечаянно сдох. В луче в зеленом. Понятно. Вот тут три щупальца надо разбить. Душевная болезнь. Бэрди, да? Где вы все? Бэрди там нечаянно, Бэрди и Никиту. Че вам там разбить, там нечаянно сдох. Суф как раз выйдет, Бэрди. Да уже может выходить на хилет, это уже не нужен. Да, тем более. Почему? Может дамажить, блядь, его. Побежали. И мультидоты. Почему один портал... А, ну это нечаянно.
Зашел бы кто-то. У Квинмуна еще БР есть. Ну, Квинмун БР нечаянно. И... У дракона, а нет, у дракона нет. Суфа. Суфа должен быть. Вот Суф дал по нечаянно. Квинмун Вильзевул. Побежали, побежали к лицу. Даша, подними ханта. Даша, блядь. Даша. Отошли от меня, отошли от меня, отошли от меня. Полетели, нахуй. Отошли от вот этого. От черепка да, уйдите. Даша Бэйрил. Бабл нажми там. Да. Теперь нужен БР по Ладомиру. Да нету и больше БР. У Даши ну, есть. Играем. Пишешь, что БРим. Как, одного и того же, что ли? Получается, да. У Пука должен быть БР. Большую играем. Большую игра, остальные освободите, мультидотайте. Сколько у вас процентов там? Все порталы зашли там? Дайте диспел повар. Че сейчас ни одного БР нет, ты что-то не пойму. Да. Все проебали. Пука есть. Пука есть БР, да? БР у Ламира. Ты есть, когда выйдешь. А, у него откатывается просто. Сколько там? 40%. 49%. Понятно, следующая будет перевод. Да, на вам нужно на следующий нажимать. Все, нахуй. Все бурстые. Пошли к двери. Освободили. Освободили все быстрее. Освободили. Портал. Да я уже вышел сам. Портал разошлись. Играем вот эту щепу, которую перед лесом зарезал. Стоял, блядь. Портал. Сходи, сходи. А черепка? Освобождайте. Освободите. Душевная болезнь на... Удушающая, быстрее бейте. У вас стоит 20 человек, сука. Освободите. Я не знаю, нет демеджа в нее. Пиздец, вы стоим, будете. Стоим перед лицом. Сейчас большая заиспавнилась. Пошли большую бить. Вон она большая. Сколько у нас большая заиспавнилась. 35 будет, скажешь. Мы слева от босса, если что, там с большой убьем. Да, мы нормально стоим. Выйдут, помогут, ничего страшного. Не, у них 47. Забей, пусть вот стоят. Сейчас, сейчас-то переведут они. До Талова бить. 35. Сейчас 34. Переведем. 3-2%. У нас 50% щупла. Помогаем добивать щупальца. Вставайте здесь. Вставайте перед лицом, мы сейчас добьем. Сюда бегите от моба, чтобы моб вас не ударил. Бьем щупальца. Ордовещенки бьем. Дай пал только подкасты ма, пожалуйста. Помогите с мобом. Помогите с мобом, потом босс будем играть. Мобов речь. Эма пал. Хорошо. Ты закинул, Миш? Ты, блядь. Отдай его Дамиру ауру третью. Он сдох, забей. А ты не закинул? Он даже если бы закинул, ему нельзя умереть. Файкать еще, ебать. А, есть БР? Стоп. Сколько там БР? 2 минуты, ну убейте, БР не пока не закинет. Помогите просто мобов и просто потихоньку бьем. Все мобов бейте, локи только босса бьют, стопайте там на 10% босса, вообще по нему урон просто в трэш играете. Че, перед мордой перейти? Да не, стоим здесь, сбоку, какая разница? Не, мне лично похуй. Ну, нам тоже. Стоим просто пока что. У нас 5 минут берса. Какой близнец? 2 минуты, да? Не надо Гера. Не надо Гера. Не, я про БР говорю. А, минута БР. И там у него в сумке лежит? Да. Ладомир, когда лестишься, отвернись спиной, встань, блядь. Не забывай эту хуйню. Ты сдох сейчас от того, что в тебя черепок смотрел. Гера сдаёт, а Мазикута пошла уже.
Нет, не знаю. Нам еще ждать, куда вы торопитесь, блядь? Отыграйте нормально, спокойно. Мы потом на 10% все свичнемся. Дайте ему кинуть спокойно и все. Я так и умираю. А он может бабу юзнуть и бросить, или так не прокатит? Может. Смотрите, что вас контроль не взяло. Потому что это лишний... Ну, главное в каст это варёва кинуть. 20 секунд ГР. 10 ГР. Бэр такой хотелось Владомира. Владомира, блядь. Касы били как Бэра. Сейчас пройдет кастовая, наверное. Только дай камня, как он закинешь. Паладин под следующий каст Рёва, дай Эмма. Давай Эмма кидай. Кинул Владимир, плюсик поставь. Ну, Владимир. Миша! Минус, блядь. На касте, на следующем кинь. Кидай. Плюсик поставь, если кинул. Да, да, все, кинул. Есть, всё. Давайте кинул. Теперь стань. Ты, забери, Ретрик, забери третью ауру и дашь ему подкаст. Геро, давайте. Целя, блядь. Стань спиной. Сейчас мне сдохнуть, не хит там. И не хит, ничего не делай, все тут захилит без тебя. Просто стань спиной и постой боссу спиной. Через 5 секунд каст мастер, давай. Да, не было. Блядь, показалось за секунду. Я на видео сейчас сниму, как ты его... Да третью ауру холипалу отдай, он нажмет ТМА. Так у него тоже когда? Так как он вставал с этого? Моба, помогите, моба, помогите. ТМА. Да. Паладина сейчас должен открыть. Куладомира есть. Почему он не может отдать? Так он нажимал. Говорю, у него КД. Следующий нажмёшь. Сава. Чё, вы скоро убьёте этого пидора? Давайте на все бабки уже, блин. Не надо все бабки. Подумайте, ма. Ну ебать. Сава. Владимир, твой, твоя будет. Твой каст будет. Сейчас он уже сдохнет. Сука, ну что там, блядь? Владимир, чё там? Всё, Владимир, засчиталась? А. Сейчас пойдём с тобой, подожди. Отказались все, нахуй. Забей. О, кстати, я... Ты чё, паронил? Да ебать, штаны и выход. Так, это суп подаю. Ебать, Роги Тоби сегодня фартит, конечно. Да. Так, а где суп? Вот суп. Это, Владимир, засчиталось у тебя? Пошли, да, пошли на портал со мной. Пошли, я сниму на видео эту хуйню сейчас. Нажимай Рога Тоби. Все Рога Тоби. Пошли, пошли. Он налутался сегодня, ебать, пиздец. Без шмоток. Да ебать, заебали эти... Эти просто ботинки нахуй не падают. Вестибюль. Так, вот это кольцо роль.
Просто какой КД, блядь, вообще ничего. Так, ребятки, не ливайте, сейчас мы посчитаем, дадим ЕП, всем спасибо. Добьем Острокрыла и Игниса в среду, когда будем бьем Алгалона. Сейчас уже, блядь, у людей всех поздно, сейчас все разбегутся. Голову рольте. Сейчас чекайте стрим, как это получает этот ванер, блядь. А где стрим? Давай. Я включил. А что там будет? Красиво что-то будет? Ну, блядь, волонтер будет. Да нет, просто сдаст квест и наденешь шмотку. Это только так будет, я не знаю. Это как шерман, типа. Кто у нас математик в гильдии? Посчитайте, сколько ЕП должен дать. 10 тысяч. Такие были на офе кликухи математики. Это самые задроты. Ой, блядь, я улетел. Ты заранее меня дашь, если, ну, я выиграю, конечно. Самые задроты считались, математики их называли. Три. Так, да, сейчас я... Так, кто там у нас вышел? Так, короче... Да, что на ты делал? А кто кикнул лазы, блядь? Я кикнул. Зачем? Ну, Владимир, он мешал. Сейчас я посчитаю. Так, один и паладинич выиграл. Сдавай, сдавай, я смотрю на тебя. Ну давай, ну мы сможем. Сейчас ачивка будет, вот. Одень его теперь. Ебать, одень его. Одень дальше, его. Дальше, ачивка будет. Чем там в чат спамил в ОФГ, ебать? На минус мутно. Не-не-не. Давай. Обнови его, обнови. А, ты один? Нет, блядь, закрой и снова открой. Сука, чего мы доебали? Хорош, ебать. Сука. Хорош. Дырки нет, жалко. А чё, 75 это не будет? Где, блядь, ГП нахуй? Линкуй в чат его хотя бы гильдейский. Да чё, ГП завалонир? Да в ЛПГ херач. Да, ГП завалонир. Под косарь. Хорош. Под косарь? А чё паладин ещё, блядь, никто не далось? Ну-ка. Всё, а если бы разошлись, возможно, нас... Я насчитал 3К ЕП, не знаю. 3К, я ж тебе сказал, уже минут назад. А, да? Даю ЕП, всем спасибо. Ну это ГП завалдир, да ещё. Тох. А. Ты мне дал ключ? Да, нет. Я говорил, что... Дал. А, всё. 75 ГП я тебе дал. Это я перед этот... 297, блядь. Ты слышишь, перекинешь. Ой, нет, с этого, с ДК на приста. Нихуя себе. Или я сам могу зайти пристом перекинуть. Ща перекину. Да. Лазу сейчас начислю, 2700. Получается... Ирландцы там начислили, хуля. Ирландцы начислили. Так, где ты стоишь? Теперь главный вопрос. Я стою возле Ярденской, хуй на все. Ой. Сука, ты у меня в другом слое. Так какое выбрали название для гильдии? Пойдем в клоак. Голосуйте, я скинул голосовок в Дискорде и в гильдии, бля. Клоак, уйди. Все голосуйте, заходите и голосуйте. Клоак, уйди. Сейчас. Я тебе что дам?